At Symposium, which is organized in close collaboration with International Documentary Film Festival ArtDocFest Riga, we leave behind co-production plans, attractive marketing tools, and complimentary "How did the film came along?" talks. Although we surely meet to talk about cinema, its core and far beyond, as you will be able to witness in the following tête-à-tête conversation. This one is a pandemic issue, so it is more a camera performance than public talk. But what a performance, and what dramaturgy! You can gobble it up in one go, but you can also watch or listen to it slowly, pausing and coming back to it to make it last longer. So dear cinema friends, please meet Viktor Kasakovsky, the director of Gunda, and the winner of the Best Director's Prize at the International Documentary Film Festival ArtDocFest Riga 2021, and Uldis Tīrons, the chief editor of Rīgas Laiks, an independent journal publishing interviews and articles on philosophy and culture. Я думаю, вы найдете общий язык. Да, мы найдем общий язык. Мы не будем вам мешать. Свергать Путина не будем. Главное, что это ничего не изменит. Да. Ты понимаешь? Потому что если Петр ничего не сделал, будучи императором... Может, он виноват, кстати. Вообще. Ну да, ну в общем, давайте. Я как раз мог бы ссылаться, коль уж Виталий упомянул имя Путина. Я хотел напомнить ваше же высказывание, что в мире есть более важные вещи поважнее Путина, что снимать, чем Путин. Интересно, если бы вы назвали каких-нибудь три вещи, которые важнее Путина. Да. О чем стоит снимать нам? Ну, он же только проявление зла, да. Само зло-то существует, значит, зло уже выше Путина, да. Вообще, почему я снимал Гунду, например? Потому что я представил себе, что мать Навального, она как Гунда. Извините, это грубое сравнение. И, я сразу представил, да. Да, я проснулся после операции, и я первое, что увидел, мать Навального. И мне показалось, вот мать, от нее отобрали ребенка, и хотят его убить, мучают его, пытают. И никто не может ей помочь. Вот точно так Гунда, да, вот от нее отобрали ребенка. И она ходит растерянная, смотрит на нас и говорит, что вы делаете, да? То есть, так вот, интересный момент. И много людей позвонили мне, сказали, вот, Виктор, молодец. Ну, такие люди, вы знаете, хорошие люди. И вдруг мне звонит человек, которого я всегда расценивал как друга всю мою жизнь. И человек этот хороший человек и говорит мне, ты-то за Навального не переживай. За него переживает его покровители из Америки. И я просто никак не мог понять, вот хороший человек, я его, этого человека люблю и долгое время дружу с ним, а вот такое говори. То есть, видите, ведь вопрос ведь не в Путине, верно? Я, например, пытался, это не связано с голодовкой, я, например, пытался худеть много раз. Ну вот похудею я, килограмм 15-20 сброшу, проходит месяц-два, мое тело возвращается вот в эту комфортную зону, когда ему, вот оно привыкло быть в таком. И вот оно так, я еще раз, оно опять. Вот то же самое Россия. То есть приходит человек и говорит, Горбачев, например, вот давайте сейчас говорить правду. Ну, немножко так похудели, и потом обратно в комфортную зону возвращается. В диктатуру, в авторитарный режим, когда глава святой, вообще олицетворение России, когда он вне закона, может делать, что хочет, когда нет ни судов, ни парламента, ничего. Вернется обратно все. Вот. Поэтому, значит, не Путин виноват. Раз. Вот я тут Герцена перечитал, было и думаю, 200 лет прошло. А ничего же не изменилось, да? Все принципы одни и те же. Я думаю, что, вот видите, уже много чего больше, чем Путин. Потому что тот человек, который мне позвонил, дорогой человек, хороший человек, не злой человек, никогда не убьет сам. А мне говорит, да ты за Навального не переживай.
За него американцы переживают. Вот это вот серьезнее. Я, например, скажу вам, у меня вся жизнь как-то связана. Где бы я ни жил, перед домом моим всегда был дом Суворова. Почему-то. Вот я живу в Петербурге, а на соседней улице дом Суворова. А потом я жил какой-то промежуток в другое время, в другом месте, в другом маленьком городе. Ну, так семейные обстоятельства сложились. А там тоже Суворовский дом. И там Кончанская Суворовская есть. И там его... И всегда культ Суворова. Если вот так сказать в России, назовите пять имен. Кто, значит, главный в истории России, скажет? Суворов. А я все время думал, а вот приезжай ты в Польшу и спроси, кто такой Суворов? Тебе скажут, палач, убийца. Правильно? Так ведь скажут. А у нас, получается, герой. Как-то, видите, это уже больше, чем Путин. То есть это какая-то фундаментальная... В Платоне, Платон, еще в начале, помните, в «Государстве», там он описывает несколько градаций, как государство может развиваться. И одной из самых примитивных форм государства – это когда твой друг всегда прав, а твой враг всегда не прав. Вот, по-моему, мы как-то живем с этой, в этой вот формуле и не можем из нее вырваться. Поэтому я всегда думаю так. Если бы меня избрали президентом России, вот взяли бы, сделали такую ошибку и избрали меня президентом России, что бы произошло? Первые 5 лет вся страна стала бы вегетарианцем. И стали потихоньку снимать документальное кино. Вторые 5 лет все стали бы веганами. Запретили бы вольерную охоту. Кино стали снимать только арт, документальное кино. Потому что так устроена система. Кто бы не пришел туда, а уж тем более, когда чекист пришел туда, уж естественно он... Как это может быть, что каждая вторая семья наверняка пострадала от чекистов? Как мы могли избрать чекиста? Могли же? Могли. Значит, не в нем вина. Значит, есть какая-то общая система, по которой мы... Виктор, извините, я вас прерву. У меня 2 замечания. Одно просто к делу. У нас тоже была улица Суворова. Теперь стала улицей Марии. И одного поэта, продолжение Александра Чака, поэт города, скажем так. Но второе, меня вы удивляете. Ведь оказывается, что когда вы говорите «мой друг», это же хороший человек. Но тут, когда он звонит, у вас рождается сомнение. Не такой уж он и хороший. Значит, вы даже своего друга не знаете. А теперь вы хотите уже и мир изменить, потому что... То есть вы не знаете ближнего, а хотите менять уже... Ничего подобного. Во-первых, я хочу вас разочаровать. Россию. Вот. Нет, я хочу вас разочаровать. Я с вами соревноваться не могу. Вы умный человек, философ. Кустарный философ. Стоп, внимание. Вы философ. Я вижу, как вы выглядите, как вы смотрите, как вы руки... Я вижу, вы философ. Я уж не знаю, куда руку. Да. А я не философ. Философу не может быть режиссером. Режиссеру нельзя быть умным. Вот обратите внимание. Большие режиссеры в конце жизни все портят свою биографию. Знаете почему? Потому что режиссеры начинают использовать ум. До этого они использовали талант, инстинкт, все что угодно. А начинают, возомнили из себя умных, и начинают использовать ум. И превращается это все или в моральное какое-то бля-бля-бля-бля, или вообще стыдно признать. Расскажите, о чем же они отличаются от вашего последнего фильма, я намекаю на Гунду, который точно такой же морализован. Разве я произнес хоть одно слово? Нет. Это я сказал. Вот именно. В Гунде нет ни одного слова. Именно поэтому я боялся. Потому что столько стоит мне открыть рот, я превращаюсь в банального идиота. Нет, я досмотрю. Я скажу вам сейчас всю речь, которую я мог бы сказать про Гунду. Я скажу вам сейчас.
То есть это... Но вот мы уходим довольно далеко от образности. Я хотел все-таки какой-то конкретности, тем более, что мне интересно говорить с вами, поскольку я видел ваши фильмы, а не потому, что я читал ваши философские соображения насчет спасения мира или чего-то такого. А в вашем фильме меня поразило то, что, например, ну, мой фаворитный, то есть, как сказать... любимый фильм ваш, это «Беловы». И вы, конечно, скажете, но это для интеллигентов, там сказать, это не для широкой публики, но мне плевать на это, что это не для широкой. Но там, например, есть такой, вы хорошо помните наверняка, там есть кадр, где мужик едет на тракторе, собачка бежит то быстрее, то медленнее. И что же вы думаете? Я смотрю это... И думаю, я, черт, какая-то Балканы какие-то, что-то такое вот. Потом смотрю, музыка вообще кубинская, там Торрес такой, Роберто Торрес. И вот здесь образ мужика, который едет на тракторе, тысячу раз он ехал на этом тракторе, он рождается лишь посредством этого, ну, я не знаю, если там ускорение или что-нибудь такое, и музыки. То есть мы видим джигита, мы видим вот это стремительное, страстное, какое-то невозможное для верховьях Волги, какое-то совершенно, я бы сказал, перемена аспекта, как сказал бы Витгенштейн. Вдруг вносит нас совершенно в другую наблюдательную позицию. Или, ну, может, наблюдатель здесь не важно. Я как зритель меняю позиции, поскольку вдруг я... Это второй класс. Да. Я понял вас. Да. Это второй класс. Первый класс, давайте так мы сделаем. Вы сначала пройдете первый класс, будете год ходить по улице. Слушайте, ну мы не успеем за сегодня. Ну, я тогда пунктиром пробегусь. Значит, первый класс такой... Вы ходите и смотрите. Через год вы мне позвоните и скажете: «Витенька, спасибо, ты мне глазки открыл». Вы увидите такое в 10 раз больше, чем нормальный человек. Вы увидите каждого человека, его красоту увидите немедленно. Вот посмотрите на него, и уникальность человека увидите сразу. Он, может, и сам ее не знает. Теперь я вернусь к продолжению этого разговора, ну, раз уж мы коснулись. Однажды я приехал в Дом кино. Умер Мирон Черненко. Критик у нас был такой. И я приехал в Дом кино специально в Москву обнять его жену, вот Риту. Мне хотелось как-то ее обнять. Я приехал в Дом кино, пришел к ней в кабинет. Она сидит в кабинете за столом. А окна закрыты, там краска, видимо, с той стороны дом красят. И цветы. Которые обычно стоят на окне, на подоконнике, она поставила на стол. И она мне говорит: «Витя, хочешь, я тебе чудо покажу?» Я говорю: «Покажи мне чудо». Она говорит: «Ну вот, смотри на цветок». И она поворачивает цветок, который... То есть я вот так сижу, она сидит здесь, перед ней стол и цветок. Она взяла и развернула цветок. Ну, вы знаете, что цветы, они, если вот на подоконнике, они к солнцу поворачиваются, да? Вот. Не только на подоконнике. Ну, вот, да. Ну, я про комнату говорю, а поскольку окно-то занавешено, то она сидит, разговаривает со мной. Тусклая лампочка какая-то там наверху горит. Она говорит: «Вот, смотри, Витенька, чудо я тебе покажу». И вот она поворачивает этот цветок от нее. Вот он так стоял, она отворачивает от нее. Ну, и мы продолжаем разговаривать. И 2 часа мы сидели. Она говорит: «Ты ничего не видишь?» Я говорю: «Вижу». Цветок за 2 часа повернулся к ней, как к солнцу. Вот, к чему я это рассказал вам, такую басню. К чему я рассказал? Вот к чему. Для чего существует искусство? Опа, давайте. Для чего существует искусство? Ну, сначала второй класс. Коротко, второй класс. Вот представьте себе сейчас, мы с вами сидим.
здесь и болтаем. Что-то умное говорим. А попробуйте добавить какой-то звук к нашему разговору, чтобы изменился смысл нашего разговора. Вот мы говорим, а вы добавьте какой-то еще один звук, которого здесь нет. В кадре нет его. Это не дождь. А вот что-то еще добавьте, чтобы смысл нашего разговора радикально изменился. Попробуйте. Ну-ка. Ну, а чего? Самое простое – похоронный марш, например. Вот, а мы продолжаем говорить. Спокойно, как спокойно, будто ничего, как будто ничего не происходит. Да. Видите, что произошло? Картинка не изменилась? Не изменилась. А смысл изменился. Как изменился? Просто звук другой. Этим почему-то, чудом, режиссеры не пользуются. Они что видят, то и снимают, то и звук. Вот сидят люди, говорят. Вот и звук. Ну, может быть, интересно. Кому это интересно? Кому может быть интересно, что мы с вами разговариваем? Никому. Вот. А можно же изменить звук. И можно сделать из нас двух идиотов. Или даже негодяев. Если ребенок плачет за стеклом, а мы не обращаем на него внимания, мы уже два негодяя. Так? Можно элементарно. А кадр-то тот же самый. Возвращаемся к смыслу искусства. Вот вы со мной сейчас один человек, верно? Вот вы так смотрите на меня. Как я смотрю? Нормально. Решили немножко там меня подкалывать, немножко спорить, немножко так провоцировать. А с любимым человеком вы другой человек. А с вашими детьми, если у вас есть, вы третий человек. С вашими подчиненными вы четвертый человек. С вашими начальством, если оно бывает, вы вообще другой человек. Это значит, вы же тот же самый человек? Нет. Стоп. Вы же, вот вы. Да, я фамилия понимаю. Не изменилась. Я понимаю, это ничего не значит. Фамилия, не, сначала, прежде чем спорить со мной, вы сначала меня поймите. Да, я понимаю, вы хотите, но... сказать, что уже меня поняли. Я еще сам не понял, что говорю, а вы уже со мной... Ну, это ваш прием такой, вы же снимаете тоже, не понимают, что вы да. снимаете. Да, так вот давайте я уж тогда доведу хотя бы до конца. Значит, получается, что все вот эти разные вы, это тоже вы. Теперь получается, например, государство, ну, скажем, Путин, он может взять и проявить в нас, в нашем народе, агрессивность. Он может проявить ее. Он, например, первый канал, второй канал, и смотришь, мне уже пишут, ты не думай о Навальном, не переживай за него. Человек-то хороший. Который мне пишет, спокойно, спокойно, спокойно. Да вы меня послушайте. Вот такие хорошие люди. Послушайте меня, послушайте меня. Я же говорю, я... может даже в семье такое быть. Может в семье такое быть. Белую гвардию читали? Конечно. Читали. Конец, помните Белой гвардии? Последнюю фразу. Нет. Я вам сейчас расскажу. Последняя фраза такая. Банальнее не бывает этой фразы. Банальнее не бывает. Но я думаю, он весь роман написал ради того, чтобы повторить эту банальную вещь. Вот я думаю, что все эти 300 страниц написаны только для того, чтобы написать эту банальщину, которую каждый знает. Но когда ты ее читаешь в конце, а перед этим прочитал эти страницы, ты рыдаешь. Хотя ты эту фразу слышал 1000 раз. А фраза такая. Вот. Он посмотрел на сон, на небо там, я не помню, кто из героев, посмотрел на небо, а там были звезды, и так и будет, а мы что-то тут деремся. Вот я сейчас говорю, а у меня мурашки по телу, потому что он вдруг, это же в каждой глупой книжке романтической написано, что вон звезды, и это вечно, это бесконечно. Это в каждой глупой книге написано. Но смысла нет. Ну да, глупость, чтобы девушек соблазнять. А тут вот когда ты в одной семье воюют, почему вы сказали про Белову? Беловы. Я почему снимал Белову? Мне казалось, есть такая
мысль, с которой я совершенно согласен, что русский человек в принципе добрый человек. Но мне всегда кажется, это недостаточно сказать. Русский человек добрый и непредсказуемо агрессивный. Он вдруг, ты смысла жизни не знаешь, блядь, я тебя убью за это. Вот. Так смысл жизни, это, как сказал мой учитель, это придумали в конце 19 века. Так что русский человек, если он производство конца 19 века, тогда он замучен этим вопросом смысла жизни. Но это уж точно не вопрос 18 или 17 века. Но это я только причину сказал. Агрессивное. Вот это... Это все вот. Достоевский придумал. Но агрессивность-то такая, непредсказуемая агрессивность. Она вдруг, пом, и побежали, Крым наш. Хорошо, извините, я вас прервал, потому что это было как бы... Отступление. Нет, это было как раз... Примечание. Вы хотели подвести к тому, почему вы Беловых сняли. Мне очень интересно. Да, вот я потому и снял. Я думал, как же отобразить суть русского... Менталитет – глупое, неправильное слово. Неправильное слово. Вот как вот найти такую семью, где ты их любишь и не любишь одновременно? И любишь, и не принимаешь, и принимаешь одновременно. И одновременно. Ведь он пришел, вот к нему приехали два брата. Приехали два брата, которых он долго-долго не видел. Он вошел. Не сказал «здравствуй», не сказал «как дела, брат, как твоя жена, как твои дети». Он сразу: «А вот знаешь, Ельцин, а государство, вот это вот какая-то странная порода людей». Но, это были мои юношеские заблуждения. Я потом, когда стал путешествовать, я потом подумал, что... Хорошо. Я стал замечать, что в большей или меньшей степени, конечно, мы разные. Культура нас делает разными. Например, я наблюдал, например, в Париже и в Англии, как люди себя ведут в ресторанах. В Париже за час, вот два человека пришли на свидание, за час они потрогают друг друга от 80 до 100 раз. Ну, как-нибудь прикоснуться к другу. Да. А в Англии от 1 до 10 раз. А тут вообще нет. В северных вообще не притронутся. Только будут сидеть и разговаривать. Казалось бы, там всего ломан, что он вот. А разные... То есть в этом смысле мы разные, да? Мы можем... Вы знаете, опять-таки, вот давайте вообще забудем слово «ми». Ведь вы, может быть, видели этот документальный фильм о Ингмаре Бергмане, который живет там на Фаро, жил. И вот к нему приезжает бывшая жена, специально говорю это, садится, и они разговаривают. Ну, конечно, для кино. Так он, ну, я не знаю, он почти что набросился на нее. Он и так ее обнимал, и так касался, и вот так, и так. Старый уже, и давно уже не эта жена. То есть, это, извините, вот куда уж севернее, да? Таким образом, мне нравится, когда вы говорите про один единственный случай, и все. Ну, например... Вот ваша, это Анюта, да, я ее зовут, из Беловых. Это для меня загадка такая, я не понимаю. Вот, ну, я не понимаю, как она одновременно может плакать, одновременно смеяться, одновременно слушать, что вы там ее... какой-то звук или только что записанного разговора. Да, разговора слушает потом. И тут она, и она же, я вижу, она иногда смотрит на вас, то есть вначале, по монтажу вначале. Ну, то есть она как бы реагирует на вас, она знает ваше присутствие. Иногда как бы забывает, ну, например, с ежиком. Ну, и она занята, чего она еще будет смотреть, поскольку нужно этот собаки. Я вообще, это был лучше футбола,
Это, она, я думал, вот сейчас поймает эта собачка милая или не поймает. Опять она ее выцепала. Очень интересно, просто сердце сжимается. Но не об этом речь. И вот эта женщина, она вдруг начинает вот такой полу... Ну, глупо говорить об этом эротическую. Ну, там про, про попу мою, миленький мой, там, вот какая попа у меня и тому подобное, и начинает кружиться, да. Я думаю, вот, я думаю, нет, Косаховский гений. Я думаю, ну, как, каким образом своим присутствием, камерами своими или одной камерой, каким-то долгим, не знаю, разговором, не знаю. Ну, что нужно было создать, какие условия, чтобы она станцевала, сняла обувь, сапоги и продолжала танцевать, там валяется этот пьяный брат ее. То есть я хотел сказать, что для меня вот ваше присутствие как режиссера, я же не глупый человек, я понимаю, это кто-то снимает. Это кто-то снимает. Это не так, что, так сказать, человек в одиночестве вдруг решил, давайте я потанцую. Это возможно, но мы не знаем. А тут такое чувство, что без этого кино не было бы этого я танца. Попробую еще раз. Я попробую еще раз. Я уже пробовал, но, видимо, я был невнятным. Итак, я говорю про вас, что вы разный человек. Со мной вы один человек, с любимой женщиной или с мужчиной другой человек, с вашим подчиненным один человек, с вашим другой. Я об этом вам говорил. Как интересно, какие... Ну, смотрите... 20 лет тому назад вы никогда бы не сказали с любимым, с любимой женщиной или мужчиной. Почему? А вот, ну, это чисто такая европейская манера. Ну, я... Хорошо, извините меня за мою европейскую манеру вести себя. Я хочу сказать другое. У вас же есть друг, мужчина, которого вы любите? Есть. Вот. И вы с ним другой человек, чем с, даже своей мамой. Другой человек. С мамой вы один человек, с отцом другой, с сыном третий, с женой четвертый. Я это понял. Я жду окончания. Да, вот, наконец. Я думал, вы дойдете уже сами. После я так много построил, вам осталось только пум, а вы не сообразили. Ну как же, ну, искусство для всех этих разных... Нет. Нет. Человек живет для чего, на ваш взгляд? А каждый человек для разного. Вот нет вы вообще для чего? Человека. Для чего? А если бы я знал, я уже, так сказать... Но в чем смысл вашей жизни? А у моей жизни нет смысла. То есть вы бессмысленно живете? Нет, я осмысленно живу, но смысл жизни для меня бессмысленное понятие. Бессмысленное понятие. Ну хорошо, давайте попроще тогда. Давайте попроще. Да. Мне... Просто кажется, что человек может своим присутствием выявить в другом человеке самое лучшее. Самое лучшее. Да. Вот есть, есть люди, внимание, спокойно, да. Есть люди, которые делают вас лучше, чем вы. То есть есть люди, которые проявляют в вас самое хорошее. Это правда. Люди, а есть люди, которые проявляют в вас ворчливость, агрессивность, да, недовольство. Да, давайте дальше. Да что ж такое, какой нетерпивый-то? Я же прошу вас проявлять меня с лучшей моей стороны, а вы хотите, чтобы я и так собьюсь, не сбивайте меня. Ваша задача, вот если вы смысла жизни не знаете, то сейчас у вас смысл только один – проявить меня с лучшей стороны. Потому что с худшей стороны всем и так видно, какое я дерьмо. А ваша задача своим присутствием, тоном, глазами, усмешкой, вот всем вот этим – проявить во мне что-то лучшее, чтобы я сказал то, чего и сам не догадывался. Чего и сам не доходил еще мозгами своими. Вот для чего живет человек. Чтобы человек, который рядом с ним, вдруг проявил себя с неожиданно прекрасной стороны.
с неожиданно прекрасной стороны. Вот когда идете вы смотреть кино, я же не могу изменить мир. Вы наивно полагаете, что я, если бы я хотел изменить мир, если бы я был такой глупый человек или, скажем, умный человек, который думал, что я могу изменить мир, я, видите ли, миллиарды, 8 миллиардов людей не поняли, а Косаковский такой мудрец, он сейчас вам такое расскажет, Гюнди, что вы перестанете есть мясо. Я прекрасно знаю, что я примитивный средний режиссер, поэтому я слова не открывал. Но я знаю еще одно. Вы посмотрите 90 минут Гюнди, и какая-то спящая часть вашей души затрепещет в этот момент. Вот 90 минут что-то, чего вы еще и не знали в себе, вдруг проснется и заколышется. Какая-то струнка там какая-то. Вот она завибрирует, и может быть, вот дырочки здесь есть такие, может они расширятся, и глазки, и слезки потекут. Может быть, это максимум, на что я рассчитываю. А если бы я был самоуверенный карандаш, я бы написал: мы убиваем в год 1,5 миллиарда свиней. Но я же не написал. Потому что дело же не в этом. Дело в том, что другая задача у искусства. Когда она подкладывала дрова в печку, а печка у них дырявая вся такая, с трещинами. Mm-hmm. Трещины на этой печке, и дым идет в дом. Дым идет в дом. И за 2 минуты весь дом становится белым, таком туман такой, дым, в принципе, заполняется белым. Uh-huh. А фильм «Беловый», ну, я думал, красивое название. В конце фильма будет «Беловый», ну, конец. Но он возьми и упади. И тут я вспомню, ну, это вот сейчас я расскажу. Значит, 2 месяца назад был этот разговор, когда они приехали брать. Ночью, когда они все легли спать, я сел и слушал, что произошло. Значит, китайцы живут в Китае, японцы живут в Японии, а Россия, не знаю, где живет, Карамазов, сядь. Она сказала: Карамазов, сядь. Хотя, как она... Вот это интересно, почему она сказала. Она услышала одно слово, когда он сказал: а какое... какова мера измерения мытарства? Сергей, один из братьев. А в главе... Я думаю, что это она сказала Карамазов? Я никак... У меня не сросло. Ну, я Карамазова знаю наизусть. А не срослось это. Думаю, что ж такое она сказала? Я забираюсь в Карамазова потом. Смотрю, а там глава. Мытарство. Мытарство первое, мытарство второе. То есть она, человек необразованный. Когда началась война, ей было 10 лет. 12. То есть она, все, ее образование кончилось на этот момент. Больше она не училась. Он говорит слово «мытарство», она трансформирует это и говорит: «Карамазов, сядь!» Вот, казалось бы. Так вот, я слушаю этот весь разговор, который был за столом, три брата и сестра. У меня не хватает материала, пленки у меня не было. И я вставляю вот эти 2 минуты на этот разговор фотографии, когда они молодые, и, очевидно, семья, и, видимо, друг друга любят и уважают. Но я слушаю, а она просыпается в 4:30, как обычно, пойдет коров кормить, там, доить и так далее. И она говорит: а что ты делаешь? Я говорю: а я слушаю. А она говорит: дай мне послушать. Она берет наушники, она раз их, и сразу начинает рыдать. Сразу. Я хватит наушники. Я не дал ей слушать. Я говорю: послушай, потом я тебе дам. Потом. И я уезжаю из деревни. Уезжаю на месяц или на 2, не помню. Чтобы она забыла это. Чтобы она забыла эту историю. Я уехал на месяц, по-моему. И я через месяц приехал доснимать финал. И думал: мне нужен момент, когда я могу дать. Когда... И ничего как-то не... Я уже даже позабыл про эту... Ну, подумал, ну, не получается у меня. Нету вот причины, почему дать. И вдруг она подкладывает эти дрова. Я думаю, это у меня финал. А он квырк, квырк. И я думаю: вот он момент. Вот этот момент. И я раз ей. То есть это, конечно... я всегда думаю, режиссер хорошим человеком быть не может. Ну, это мне так... Я уверен в этом, потому что
У меня был учитель Павел Реаль. Я там Герца снимал тоже. Фильм Павел Реаль. Не видели вы такой фильм? Я видел и поразился, что там режиссер плачет за камерой. Ну, бывает со мной такое. Кстати, вы заметили, одно чудо произошло в Гюнде. Вот там есть несколько чудес потрясающих. Там, ну, для профессионалов немножко больше даже, чем для нормальных людей. Дело в том, что важно было понять, где поставить камеру. Где поставить камеру? Потому что обычно полфильма снято стедикамом. И как бы логично было взять стедикам и ходить. Но понятно, что ты повлияешь на поведение Гюнды. Дальше. Значит, надо отойти подальше. Но отойти надо как-то так, чтобы и трактор был виден, и чтобы... Теперь объектив. Зум не хотел я действовать, потому что... Ну, по идее, конечно, хотелось бы по глаза ее посмотреть, вот приблизить. Но я подумал, поскольку мы с ней друзья, она ко мне подойдет. Она ко мне подойдет. Потому что никого другого нет, с кем-то надо же поговорить. Она ко мне подойдет. Моя команда, молодые люди. Ах, Виктор, она не подойдет. Почему она подойдет? Я говорю, она подойдет. Ей кому-то надо это сказать. Она подойдет. Ну хорошо, подойдет. Давай, все-таки поставим длинный объектив, потому что она, видимо, будет там. Тогда мы видим ее лицо. Я говорю, нет, если мы поставим длинный объектив, длиннофокусный. А у длиннофокусного объектива минимум фокус может быть там 2 метра, например. То есть если она подойдет в метр, то я ненавижу на фокус. Я говорю, мы не можем поставить длиннофокусный объектив. Почему? Я говорю, а вот она подойдет ближе. Да не подойдет она ближе. Я говорю, подойдет. И вот, и произошло чудо. И так мы начинаем снимать. И сердце, смотрю, мое сердце рвется уже. Я вижу, она страдает, Гюнда. Слышу, за моей спиной начинают один за другим плакать люди. Сначала от того, что Гюнда страдает. От того, что она страдает. Второе, слышу, оператор что-то там. Тот, который... Мы две камеры работали обычно. В этот кадр нет, этот кадр один. Смотрю, он тоже. И он мне так шепчет, как ты знал, что она подойдет? Но тут был еще один другой момент. Она подходит и как будто говорит с тобой, очевидно говорит, что вы делаете, что вы, блин, делаете? Че, где мои дети? И я вижу, мои люди, молодые люди, вся команда разных национальностей, от 20 до 35 лет, начинают плакать. Но для меня был еще другой момент. Ведь она повторила финал Беловых. Она бегала кругами, кругами, кругами и ушла в дверь. 15 минут кадр. Никакого стыка, никакого монтажа. Она точно повторила финал Беловых. Я стоял, и я не верил, что это может быть такое чудо. И я потом через месяц вот приехал, дал ей наушники, и потом у меня был вот этот инстинкт встать с камерой. В данном случае у меня был инстинкт встать, потому что мы как-то так срослись, и она так много дала, что я думаю, надо мне встать и пойти с ней танцевать. Это была вот интуиция. Я поэтому всегда говорю, что я так много знаю о Беловых, о их сути, о биографии, о том, что их отец сидел 20 лет, что выйдя из тюрьмы, посидел с ними одну ночь и повесился на утро. Я так много знаю всю эту жизнь. И когда мне это говорили, почему у тебя получилось, я все время отпихивался, говорил, ну вот, особенно мне помогло, что я потом... Белов не умирает, он всегда идет, вот каждую неделю где-то идет, где-то идет, где-то идет. И особенно мне помогло, когда я снимал акварель, потому что айсберги, они так наверху 10%, 90% под водой, да? И я всегда придумал эту фразу, может быть, она и правда. Я говорю, Достоевский, говорю, сказал. Я, говорит, написал Раскольникова 500 страниц, но знаю про него 5000 страниц.
И я вот тоже так, как бы, чтобы от меня отстали, я тоже говорю, я просто... Ну, на самом деле, я так делаю. Я, например, сейчас изучаю жизнь растений, да? И я так много сейчас о них знаю, о растениях, о деревьях, что я могу диссертацию защитить спокойно. Но в фильме это будет без слов и будет коротко, и всего 90 минут. И про свиней я тоже все узнал. Я летал в Бразилию, встретился с людьми, которые... Дело в том, что свиней, коров и куриц не изучают с точки зрения науки, а изучают с точки зрения повышения производительности поголовья. То есть вот других животных изучают. Но только несколько людей в мире изучает поведение свиней, например, и коров и с точки зрения науки. Очень мало таких людей. И я к ним летал. Там в основном в Англии и тоже в Бразилии есть. И я очень много знаю. Но началось все намного интереснее. Я снимал Беловы. Снимал я Беловы. И вдруг... А это был 91-й год. 92-й. Конец Советского Союза. И вдруг я вижу на конце деревни пожар. Колхозный сарай горит. Не сарай, колхозный коровник горит. А коровы в поле, И мы, значит, все бросили камеру, бежим заливать этот... Но ничего невозможно сделать. Сгорел дотла коровник. И вдруг я слышу за спиной... У меня было там немножко метров пленки, я подумал, ну, может, все-таки сниму вот этот пожар, может как-то пригодится. Поставил камеру, долго смотрел, думаю, нет, не буду, не впишется в фильм, а пленка нужна. Вдруг слышу, а Володя Дьяконов мне всегда говорил, мой первый оператор, у которого был ассистент, он мне всегда говорил, вот снимешь и будешь думать, что все, снял, и уже пора домой, оглянись. Я слышу за спиной, коровы пришли. Они, кстати, приходят всем ровно, как будто у них часы. Сами пришли, как будто у них часы. Как это сделают, они не знают. Например, когда сделали Google карты, выяснилось, что коровы все, в основном, если они стоят, стоят с юга на север. Вот в нашем полушарии они все коровы стоят с юга на север. По фотографиям на Google Map ты видишь, посмотришь, и никто не понимает, как, откуда они знают, где север, но они стоят так. И точно по времени они знают. Так вот, поворачиваюсь, стоят коровы, му-му-му, а белые уже ночи были. И всю-то ноченьку они ходили по пеплу, и так растерянные такие, хор такой коров. И вот у меня это вот так... Так и стояло во мне, что я должен... Кстати говоря, возвращаясь к началу нашего разговора, чем же человек отличается от других существ? И снимаю я кадр, там в Беловых есть такой кадр, муравьи бегут. Он короткий, там 8 секунд, мне кажется. Да, я знаю. Да, муравьи бегут. На самом деле, вот у меня не было пленки. Я вообще был там 1:3, может быть, я не помню. Но совсем мало было пленки, я не мог снимать. Но что произошло чудо? Вот бегут муравьи по этой деревяшке. Я, значит, навожу на фокус и вижу, что один муравей мертвый. И вдруг я вижу, у меня в кадре вокруг этого муравья собирается кружок из муравьев. Они собираются в кружок. Стояли минутку, наверное, а мне не могу я снять, ну, у меня нет пленки, вот минутку стояли минутку. Потом все побежали дальше, а один взял его на плечо, подошел к краю этого бревна и сбросил его. Я, так недолго думая, взял этого муравья и обратно поставил. Они опять собрались кружочком, постояли минутку. Один подошел, взял его на плечо, подошел к краю бревна и сбросил. Остальные побежали. Я опять это сделал. То есть у них церемония, они решают, как муравьи.
Понимаешь? Да. Вот. Короче говоря, не все так просто под Луной. Ну вот я хотел вам рассказать тоже историю. И как-то она меня как раз в вашем фильме как-то навели на нее. Ну вот вы помните, там где-то в 54-м или, может, в 53-м Ренуар снимал в Индии фильм «Река». Да. Ну вот, и, значит, локации, там, деревня, на самом деле, они там строили какую-то декорацию, и там помогала такая местная девушка, лет 11, она была глухонемая. Вот, и просто работа, помогала в каких-то работах. И вот заканчиваются съемки, ну, через там пару месяцев, и они уезжают, и художник говорит, и... Я вижу, эта девочка плачет, а потом мы уезжаем, она за этой машиной побежала и начала вот кричать вот так нечленораздельно. И потом повалилась на землю и тоже плакала. Ну, то есть ее самый, может быть, в жизни самый счастливый период этой съемки, этого интересного происшествия закончился. И вот тут кино стало частью как бы мироустройства, я бы сказал. И я думаю, как же живут вот Беловы без Косаковского там. Вот как вот все ваши герои, Ляля и Павел. И ведь это же какое-то такое, ну, им показали чудесное. И тут они остались опять в том одиночестве, где нет никакого кино. Иногда это бывает так трогательно и прекрасно. Вот снимал я «Антиподы». Ну, снял я там эпизод 2 недели. А, как, ух, как интересно я их нашел. Как это было интересно. Это вот, это действительно магия. Я всегда говорю, что в кино есть такие, как бы, аксиомы. Ну, так приходят к тебе, говорят, первую ошибку говорят в киноинституте. Вам надо научиться рассказывать историю. Это уже ошибка, это просто неправильно. Надо показывать и не рассказывать. Но это ладно, это не наш разговор. Вторая ошибка. Тебе говорят, кино главное, история, характер и кинематографический язык, и образное решение. Правильно, но не все. Не все. Есть еще один элемент, который самый главный. И без него не может возникнуть. Еще есть чудо. Это то, что необъяснимо. Необъяснимо. Не планировано. Не знаешь, как возникло. От чего возникло. Может, от того, что вдруг дождь пошел. Приезжаю я в Аргентину. Сначала я приехал туда, у меня была ретроспектива в Буэнос-Айресе. Пока они смотрели мои фильмы, я взял машину на прокат и поехал. Еду, вечер, закат, стоит человек, ловит рыбу. С такого высокого утеса ловит рыбу. И я вижу его леску, она идет вниз туда, в воду. А я на другой стороне этого водоема. И такое чистое зеркальное отражение. Вижу эту леску, такой очень низкий свет, прям закат. И она так прям светится. И чего-то у меня в голове вдруг бам! И я подумал, вот возьми сейчас, продли эту леску, что будет? Вот куда она попадет? Я приезжаю в Буэнос-Айрес, иду в магазин, в книжный, ищу координаты. Оказывается, Шанхай. Моему сыну было как раз лет что-то 18, что ли. И он все хотел в Шанхай. Я поеду в Шанхай. Я ему говорю, все, поеду в Шанхай. С одним условием. Найдешь вот это место. Вот именно это. Ни влево, ни вправо. Вот. Летит он в Шанхай. Звонит мне. Ты не поверишь. Ты сейчас умрешь. Ты будешь смеяться. Бабка стоит. Посредине рыбу продает. Сразу возникло чудо такое. Ну вот,
Там стоит человек, ловит рыбу. Там на другом конце да, света. Я правда, мне очень сложно говорить, Виктор, с вами, потому что вы рассказываете истории, которые я все прочитал уже. Но это замечательная история, только я не понимаю, что она... Почему я рассказываю? Да, потому что я, например, когда посмотрел ваши антиподы, я начал сразу же думать про, ну, так называемый нарратив или историю. То есть вы не заканчиваете ни одну историю. И я сейчас закончу. Я два дня потом мучился и думал, нашелся эта собака или не нашлась. Сейчас закончу, да. Сейчас закончу. Так вот, потом, значит, я не мог найти деньги, долго-долго не мог найти деньги. Потом я приезжаю. Ну, если вы все знаете, зачем же вы со мной разговариваете? Нет, я не все знаю, я хочу потом узнать то, что вы не знаете. Потом я приезжаю в Буэнос-Айрес, не могу найти это место, потерял дорогу. А первую ночь я решил не ехать, потому что перелет длинный. Я решил, у меня перепуталась ночь и день, и я решил слушать музыку. Просто в соседнем магазине слушал музыку. И вот слушаю я музыку, много-много-много-много CD я послушал, и одна песня мне запала в душу. Я пишу письмо продюсеру. Тут-то ночь, а в Германии день, я ему пишу, вот эту музыку надо купить, права. Он говорит, ты дурак, ты только еще приехал на освоение, куда ты рвешься-то? Ты еще только ищешь что-то. Я говорю, нет, вот эта песня мне нужна, хоть ты что. Вот. Потом я еду по Аргентине. Я что сделал? Я взял на карте Аргентины, точно сделал копию план Шанхая. Вот. И вот все улицы, как будто я в Шанхае еду, заблудился, попадаю на этот мост. Подходит человек ко мне и говорит, 2 песо с тебя, ну это 20 копеек. Я ему даю 2 песо, а он... И он запевает эту песню, которую я заказал. И я понял, что я вот нашел его. Ну, я снимаю 2 недели. Потом уезжаю, монтирую кино. Через полгода слышу, там наводнение. Затопило. 7 метров река поднялась. Я звоню продюсеру, говорю, надо лететь туда. Наводнение там. Ну, слава богу, продюсер у меня вот оказался такой сговорчивый. Ну, ладно, раз надо. Я лечу. Я беру лодку. Подъезжаю я, подплываем мы к ним. Они смотрят на меня и говорят, ты знаешь, что случилось? Вот помнишь, те 2 недели ты с нами был? Это были лучшие 2 недели в нашей жизни. Но иногда бывает иначе. Снимал я Павел Ляля, да? Кого? Павел Ляля. Павел Ляля. Снимал я Павел Ляля. И мне было трудно снимать, потому что он болел и... Я первые кадры снял, а потом уже не мог снимать. Мне было трудно. А потом он мне говорит, потом стало немножко лучше, и он мне говорит, ну вот, я когда-то снимал умирающих людей, теперь мне надо за это платить. Снимай. И я говорю, ну тогда мне потом придется платить когда-нибудь. Он говорит, снимай, Виктор, снимай. Ну, я стал снимать. И вот они поехали к врачу, и там... Дорога идет в гору, и ей трудно толкать его в гору. И она делает вот такие движения, чтобы было легче. Приезжаю я в Питер, показываю картину. Встает хороший режиссер в зале, сидит в Доме кино. Очень хороший человек. Опять-таки, не прицепляйтесь к словам. Очень хороший режиссер. И талантливый, намного талантливее меня. И говорит, тебе не стыдно, Косаковский? Вдруг меня по-косаковски всегда Виктор, тут Косаковский. Тебе не стыдно? Ляля мучается, толкает в гору Павла, а ты снимаешь, вместо того, чтобы ей помогать. У меня, к счастью, было 500 рублей в кармане, долларов в кармане. Я говорю, Игорь, вот тебе 500 долларов, покупай билет, а адрес я тебе скажу, она каждый день в больницу возит Павла, нужна помощь, давай, поезжай. Это вот бывает... Он взял? Но он понял, что он ошибается в такой постановке вопроса. Пойдем в 3-й класс? Давайте. 3-й класс. Отключать мозг называется. Значит, в 1-м классе надо наблюдать,
во втором классе понять, как изображение меняется от другого звука, как можно... А вот сейчас самый главный – отключать мозг. То есть думать надо до съемки и после съемки. А во время съемки надо научиться отключать его полностью. Вот полностью. Нет мозга. То есть, ну, я банальный пример приведу, поскольку вы все читали, может быть, уже слышали этот мой пример. Когда певица выходит на сцену, тебе не нужен ее интеллект. Тебе нужен ее голосовой диапазон, умение владеть голосом, да? Вот. То же самое в кино. Когда у тебя в руках камера, тебе надо научиться отключить свой мозг, чтобы только инстинкт и интуиция, и талант, вот эти три странных компонента, которых, два из них которых, может быть, и не существует на Земле, они вот как-то тобой управляют. Но не мозг вообще. Не мозг вообще. И это самое сложное – научиться отключать мозг. Это почти никто не умеет в кино. Почти единицы, я бы сказал. Если я смотрю экран, я сразу вижу, думал человек, когда снимал, или он на таланте. Вот. И, по-моему, почти никто не умеет это делать. Это самый высший такой пилотаж. Это долго надо учиться. За год примерно могу научить. Как отключать? Но без медитации. Это не то, что там Линч делает. Это другой способ. Но это надо... Чтобы глаза стали твоим телом, чтобы глаза были главным во всем твоем существе, чтобы, ну, это можно научиться, но надо долго уметь, долго тренироваться. Но когда это научишься делать, это самое лучшее на Земле, потому что ты чувствуешь все. Каждый шорох, каждое движение ветра, каждое колыхание занавесок, каждый все, что в вашей душе, например, если бы я вас снимал, я бы понимал все, что вы думаете сейчас. Потому, вот это вот, это самый высший такой момент. Как же вы можете понять, что я думаю, если я сам не понимаю, что я думаю? Но это не важно, вы-то, может, не знаете, а моя-то задача это увидеть. Я, например, могу увидеть вашу уникальность, а вы наверняка ее не знаете. Моя работа такая. Доктор же посмотрит на вас и скажет: дорогой мой, у вас артрит. А вы же не знаете об этом. Вы же не знаете. А чего я не знаю? Я хорошо знаю. Ну, про артрит-то знаете, вам доктор сказал. А может быть, там еще какая-то есть болячка, а вы же сами не знаете. А это тоже вы скажете сами? А я скажу, да. Потому что у меня глаза... Давайте потом. Потом поговорим. Но я про движение вашей души. Может быть, вы о них не подозреваете. А я-то знаю, в чем вы отличаетесь от других. Разве артрит – это движение души? Нет, я пример привел. Я говорю, вы думаете, что... Вы сказали, как я могу понять, что у вас, какое движение души, если вы сами это не знаете? Я вам привел пример. Что вы сами не знаете, что у вас может быть что-то не то с печенью, а доктор вам скажет, что у вас что-то не то с печенью. Так же и я. И вот про движение вашей души могу сказать, хотя вы об этом еще не догадываетесь. А вы знаете, как интересно как-то... относительно души, что вообще довольно такое... Спорное создание, спорное понятие, да. Вернее, оно спорное в том смысле, что, ну, как бы по христианской какой-то наводке, это как-то очень четко связано с нами, это где-то в нас, возможно, это какое-то ми, только очень-очень тоненькое, как дым, вот как белый дым, а вот беловых, вот такая душа. И я как-то наткнулся, когда я читал о, ну, там, алтайский один народ, у которого ровно наоборот, то есть, когда он рождается, ну, мы представляем, когда мы рождаемся, душа появляется, когда умираем, она... Ну, мы можем, ну да, это одна из возможных интерпретаций. Так вот, у них ровно наоборот, когда ты рождаешься,
эта душа улетает, и когда ты умираешь, она возвращается. Таким образом, это мне ближе. Вы знаете почему? По той простой причине, что мое, это не простая причина, мое представление о человеке намного как бы, ну не знаю, сложнее, что ли. Ну, то есть я не вижу смысла разговаривать об идентичности человека, об этом. Для меня вот его душа существует в каком-то действии, в каком-то лишь тогда, когда он начинает что-то проявлять. Вот вы начинаете снимать кино, тогда у вас первый раз рождается душа. А до этого, ну, какая-то амеба, там, неважно, ну, как-то живет человек. Вроде, вот тут можно сказать человек, а не конкретно Виктор, как все. А вот начинает снимать, вот тут у него что-то рождается. Первый раз. Или у философа, ну, когда он философствует, тогда что-то в нем начинает вот двигаться. До этого, ну, мясо, кровь, кости. Я так всегда думал тоже так. Я думал, вот я, Виктор Косаковский, русский, из Ленинграда, родился там 19 или 61 года. Это то, что я всегда должен сказать в начале. И все это мне не принадлежит. Не то, что я Виктор, мама придумала или папа, не то, что русский, не то, что в Ленинграде почему-то родился, и почему-то в этом веке, в это время. Ничего от этого. И тогда вопрос. Если это самое главное, основное, как бы я про себя говорю, как бы моя идентичность, потом, где наступает момент, когда я говорю, ага, потом меня научили ложка влево, это в правой, это ложка вправо, это соска в левой, потом писать так, ходить так, красный свет горит, зеленый так. Это было не мое, потом это тоже не мое. Надо креститься или не надо креститься, или галстук повязать. А где я-то? Где вот? С какого момента я – это я? С какого момента? Ну вот, и решил я снять фильм про людей, которые со мной родились в один день. Потому что в классе у меня был один человек. И у него фамилия была Канаев. По-русски не очень звучит хорошо, потому что ему все говорили «Канай отсюда!» Да-да. А я думал, я всегда пытался... Я был не очень, я не сильный человек был, но мне хотелось его все время защищать, потому что я им всегда говорил, а вот послушайте, если бы вы родились фамилией Канаев, вас бы сейчас говорили «Канай отсюда». Ну, вы же не знаете, почему вы Петров или Иванов. Ну, вам так вот, повезло, а ему вот повезло иначе, вот он Канаев. И теперь вы его пинаете. Будь у вас такая фамилия. И я стал так думать, что, ну, вот ты в Питере живешь, значит, «Зенит» хорошая команда, а «Спартак» плохая, да? Потому что она из Москвы. И потом война началась в Чечне. А если бы я чеченцем родился, я бы наверняка против русских воевал. Ну, по логике, да? Потому что родился бы там. А так, поскольку не родился, так чеченцы оказываются плохие. А чего вдруг они плохие-то? Как я имею право кого-то не любить... Там, еврея или чернокожего. Как я имею право не любить, если я не знаю, почему я белый, почему я русский, почему я не еврей, почему я не чеченец, почему я родился в это время? Я же это все не решал. Но я почему-то не люблю, потому что вот... Но вы начали рассказывать, среда. Да. И мне казалось, да, что... И поймете. Да, мне казалось, что я пойму это. Я думал так, что если существует какой-то смысл в этом существовании, то, предположим, одну из теорий, предположим, что есть этот Бог. Предположим, вот есть Бог, и он решил, как Шекспир говорил, мы все актеры и все играем вот в этой пьесе. Ну, значит, есть режиссер, предположим, это Бог, предположим. И вот умирает 10 тысяч людей в день умирает, ему надо новые актеры, да? И я подумал, найди-ка я вот этих 10 тысяч людей, новых актеров, я бы догадался,
Что это он задумал? Какую пьесу-то мы играем? Он же не может 20 Гамлетов. Ему нужен один Гамлет, один этот, один этот, один этот. Один Макбет. Да, один. Вот. Я подумал, я сейчас вот посмотрю на всех этих людей. Но тогда не было интернета. И я понял, что в мире-то я никого не найду. Ну, хотя бы в одном городе, вот думаю, разберусь. Ну, 4 года я ходил пешком, потому что сначала по роддомам, по архивам, потом по квартирам. Телефонов не было ни у кого. Стучал в дверь. И спрашивал, ну как ты живешь-то? Они говорят, ты что, с ума сошел? Тут нечего есть, а ты пришел с глупым вопросом. Иди отсюда. А я оставлял им телефон. Но поскольку никто их не спрашивал, видимо, как ты? Я даже не спрашивал, как живешь. Как ты? Видимо, этот вопрос, они мне потом стали сами звонить. Ну вот недавно, еще до коронавируса, за полгода, наверное, вдруг мне стало плохо. И никто не знает, что со мной. Я кашель у меня, я задыхаюсь. Я вдохнуть могу, а выдохнуть не могу. Вдыхать могу, а выдохнуть не могу. И какой-то у меня странный кашель. И я к одному врачу, к другому, третьему. Мне дают антибиотик. Один курс, второй. 4 курса антибиотиков. От одного врача к другому в Берлине хожу, ничего не помогает. Вдруг проходит мимо врач и говорит, какой-то странный у вас... У вас тосферина, молодой человек. Что? Тосферина. Я говорю, что? Тосферина, говорит. Я говорю, что такое тосферина? Да, ну-ка пойдемте со мной. А 50 лет уже нет этого болезни этой в Европе. Она исключена, ее нет. То ли я на фермах где-то... Я же снимал не только на фермах. Я снимал на приютах для животных. Это совсем не то. В Европе сейчас, в нашей части им еще не очень расположено. А вот в Англии, в Испании, во Франции это совсем другое дело. У нас, например, в России приютом подразумевают бездомных собак, вот, кошек. А в Европе там уже люди стали немножко по-другому думать. Они выкупают на бойнях животных, привозят домой и разрешают им жить до смерти. Ну, поскольку, прежде чем найти вот эти все, я был оползал все эти много-много-много фермы санкторис, приютов, а в приютах животные очень ласковые. Подходит к тебе вот такой бык двухметровый, и ты его не боишься, потому что он привык, что люди добрые. Ну, вот, кстати, вот это к тому, что я говорил, что он же может и убить, так, бык, но... Люди, которые с ним, проявили в нем доброе, ну, своим поведением. И он стал добрым-добрым, как будто вот... Вот я к чему говорю, что мы, общаясь с другими людьми, можем проявлять в них самое лучшее или самое плохое. И государство. Государство может проявить в своих гражданах лучшее или худшее. Мое государство, к сожалению... Как оно развивалось? Интересный момент. Оно развивалось на восток, да? Как оно развивалось? Почему оно развивалось на восток? Вы знаете? Знаете? Почему? Да потому что я читал интервью с вами. С вами неинтересно разговаривать. Нет, почему же? Ну, просто мне не очень интересно про Россию говорить. Мне тоже. Мне тоже. Но вы все время возвращаетесь к этому. Болит? Болит? Болит. Вот это интересно, болит того, чего как бы нет уже. Так вот, моя тосферина. Вот, значит, выяснилось, что этой болезни уже нет. Это коклюш? Нет, как же она называется по-русски? Короче, нет ее в Европе, давно уже, лет 50. Угу. И они не знают, как ее лечить. Как же он узнал? Она по книжкам читала, по звуку моего кашля. А. У меня петушиный такой кашель был. Угу. И она говорит, ху! У вас тосферина, молодой человек. Вдруг министр германский здравоохранения пишет мне письмо. Где вы были? Напишите, где вы могли это... Да. Где вы могли... Они за мной все наблюдали. Вдруг одну ночь я просыпаюсь от того, что я вдыхать могу, а выдохнуть не могу. И я вот вскакиваю. И так... И я понимаю, что все. Это все. Это конец. Я успел подумать две вещи.
какая красивая у меня была жизнь, как много прекрасного я видел. Ну вот, успел это подумать, что, ну, если я умру, что, ну, красиво было, здорово. Ну, и но это была вторая мысль, а первая была потрясающая. Значит, я вдруг, вы, наверное, сейчас не поверите, скажете, я вру, ну ладно. Я вдруг увидел всю свою жизнь за одну секунду. Всю. Причем увидел вещи, которые я забыл и никогда не помнил. Я увидел отца своего в деталях, хотя он умер, когда мне было 9 лет. Я увидел все-все-все. И потом, последнее мгновение, я увидел себя голым, стоящих в моей комнате, вот оттуда. Стоит голый мужик, и я вижу себя вот отсюда. И потом вдруг отпустило. Я думал, это конец. Я думал, все. Но почему-то видел всю свою жизнь за секунду. И видел себя вот, не знаю, душа ли это была, или не душа, но видел. Но видел себя. И видел себя со стороны вот в таком вот виде, в странном. То есть, если бы вы снимали бы свою смерть, то вы бы снимали с этого угла, да, там, сверху? Не знаю. Вот смерть трудно. Я помню, как Лосева я увидел смерть, когда снимал финал его, когда зарывали гроб. Потому что у меня опять-таки не было пленки. У меня не было пленки, и я как бы ее берег. Ну, конечно, надо снять общий план, вот кладбище, в общем, вот стоит вдова, вот там гости, вот там его ученики, вот там священники что-то делают с его гробом. Конечно, это все надо снять. А потом, значит, надо, потом думаю, ну вот сейчас сниму, как вот первый комок земли падает на его крышку гроба. И я так встал на край могилы и вижу, вот так снимаю, крышка гроба, и первая земля полетела. И так это вторая, третья, четвертая. И я не могу остановить кнопку. Вот не могу. Вот чувствую, я не могу. Мне надо это снимать. Я вижу, потом вижу, она приближает, гроба не видно уже. И она начинает приближаться. И такой танец земли. Такой только фактура одна. Там ничего другого нет. Ничего нет, только земля. И вот она так ближе. И вижу, уже поравнялась с землей, с краями могилы поравнялась. И начинаю слышать, что у меня кассета советская в конусе. Она так делает в конце такой. Это значит, через 20-30 секунд вылетит пленка. Все, это последний уже оборот. Ну, сейчас не секунду, а через несколько мгновений вылетит, конец. И я, значит... А я понимаю, что что-то вижу необыкновенное, что это вот этот кадр, вот он-то лучше, что я когда-либо снял. И я спускаю камеру, вот стою на колени, спускаю камеру, и следующая лопата засыпает камеру. То есть полная темнота. 90 человек 4 года прожил, и за 2 минуты, пам, полная темнота. Вот это мне показалось, вот она смерть, вот как быстро, как красиво. А потом кто-то снимал это, фотографию делал. Там, ну, естественно. И я стою с камерой, магнитофон у меня на плечах, камера, и я весь в слезах. И, наверное, я помню, кто-то написал, вот, ему так жалко было Алексея Федоровича, учителя. А я вот не скажу, за что плакал. Почему плакал? Конечно, плакал, что его похоронили. Но еще плакал от того, что вдруг такой кадр я снял. От счастья. От счастья. Что я такой кадр снял, который никто не видел никогда. То есть это такая... Ну, вот я и говорю, что, наверное, нельзя снимать кино хорошим людям. Это что ли Брессон говорил, что смерть монтирует, собственно говоря, фильм? Может быть, в смысле пути, да. Вот я вот все время так думаю. Вот художник – это человек, который все время еще идет. Он еще все идет. Он
Главное не присесть наперекур. Вот это самое главное. Потому что люди в определенном возрасте, они так вот обрастают жирком, и он думает, сейчас я сяду и начну интервью давать. Вот как я сейчас с вами разговоры разговариваю. Вот. И постепенно мозг тебя намекает, что ты такой уж хороший, такой ты-то умный, такой ты прям весь из себя. Сейчас ты начнешь учить всех, как кино снимать. И вообще, сейчас ты такое кино снимешь, людей учить уму-разуму. И вот это конец, да? Поэтому или надо вовремя остановиться, да? И больше не снимать тогда. А если уж снимать, то нельзя садиться и разговаривать, а надо идти, и потом судьба покажет. Главное, чтобы не снимать то, что надо потом вычеркнуть из фильмографии. Вот если вычеркнуть из фильмографии, тогда это зря. Я хотел сказать, что есть такая легенда, что Будда, когда ему там нужно было преподавать, а он хотел медитировать, он создал специально свое искусственное тело и послал туда преподавать им, а сам сидел и медитировал. Но это же нужно создать это тело. Я думаю, что вы, Виктор, прекрасно создали тело режиссера, который, собственно, и в состоянии сделать то, что оно должно. А каковы вы, так сказать, в письмах, там, записках? Или в разговорах. Это лучше не знать и не верить. Почему же? Ну, мы же можем поболтать и как-то ублажить там Art Dog Fest или что-нибудь такое. А мне кажется, нельзя этого делать. Почему? Интеллектуальный мусор опаснее другого мусора. Так мы же ничего интеллектуального не сказали, но мы же немножко, вы сами рассказывали про французов, англичан, что они все касаются. Ведь этот наш разговор – это сплошные прикосновения, не более того. Не более того. Мы то есть мы сидим и прикасаемся, поэтому нельзя это делать публично. Боремся. Поэтому не надо это делать публично. Это надо, мы захотели с вами, пошли погулять, по какой-то философской тропе или по любой другой. Не меньше не философской, тогда да. Уж Германии. Прям. Да. Но на самом деле, публично это нельзя. Потому что так много имиджей, так много книг, так много разговоров, так много... Я все время вижу этот образ. Я, к сожалению, не мультипликатор. И поздно, я бы уже... Если бы я был умнее... Я бы это придумал раньше. Но для меня поздно дошло. Сейчас уже это не сделать. Может, кто-то молодой сделает. Если бы вот с моего рождения я, например, копил весь мусор, который я потребляю. Ну, все пластиковые бутылки, все упаковки. Если бы я это все копил. И у меня бы здесь... Была гора вот этого мусора, когда я доживаю до 80, до 100 лет, меня хоронят и несут со мной вместе вот эту три горы. Одна гора вот этого пластикового мусора, вот этого. Одна гора, если бы я ел мясо, была бы костей. Вот. Человек в год съедает 100 килограмм мяса, в основном в среднем, значит за 100 лет 10 тысяч. Это столько костей, это такая гора, вот, такая гора. А потом третья гора – это вот интеллектуальный бред, мусор, который я болтал, трепал, все вот это, все вот то, что мы сейчас делаем. И вот это все, это и есть моя никчемная жизнь. Вот это не, вот это то, что вы говорите, душа, вот эти три горы. И я думаю, что вот эта третья гора – она еще опаснее, чем пластиковая гора. В океане же есть такие огромные острова из пластика. Я видел глазами размером с Англию, но они иногда сбиваются в размер Австралии в океане. То есть это ты сутки одни за другим идешь по океану, только пластик вокруг. Это то, что мы делаем. Но интеллектуальный мусор, он еще... отвратительнее, потому знаете, что... Знаете, это уже чрезвычайная чистоплотность,
Но здесь был человек в Риге, вы, наверное, знаете Аугуста Сокутса, ну, слышали, который делал «Арсенал» раньше, фестиваль, но он отец этого. Ну, наверное, Виталий хорошо знает его. И он последние годы жизни жил в Испании, и как-то мы болтали, и я ему спрашивал, почему же ты, Август, перестал снимать кино? А у него неплохое кино было, он снимал и документальные, и игровые фильмы, и, в общем-то, один из таких хороших режиссеров, с московским, гековским, по-моему, образованием, но неважно. И он ответил приблизительно вашими словами. Я не хочу вот напердеть в этом мире, и поэтому я вот как бы живу, все меньше становлюсь, только друзья, только вот вино, солнце, и он голый там ходит по своей вилле, там в этом ходил. Теперь он уже ушел, умер, к сожалению, но как-то было очень понятно и даже завистно. Но, кто знает, и я хотел вернуться своим любимым кочевникам. Тоже один из их поверий такое, что за 40 дней после смерти, ну, как они понимают душу, я не знаю, но она должна по всем местам, вот в вашей душе после смерти придется очень трудно, поскольку ей нужно по всем местам, где вы бывали, побывать и собрать все, что вы там оставили, собрать до единого, а потом встретиться с вами, и тогда уж вы получите, так сказать, освобождение. Да, это трудно ей будет. Это бедная она, я ей не завидую. Это ой-ой-ой. Но все-таки... У вас что, есть образ, как мы должны заканчивать на какой-то, ну, каком-то таком... На какой-то торжественной ноте. Да. Мне нравится расстояние между нами. Да, оно приличное. Мне нравится расстояние между нами. Знаете, я сейчас занимаюсь растениями. И вот мы же не знаем, как, откуда киты знают... Без компаса плывут там 1000 метров, знают куда, да? Без компаса передают сигналы друг другу. Как птицы летят через Гибралтар на Африку? Не знаем. Не знаем. Например, у нас с вами 5 органов чувств, да? У деревьев 20. Оно дерево, а у него 20. Оно ушей нет, а слышит, глаз нет, а видит. Мозга вроде, головы тоже нет, а у него есть интеллект. Интересный тут момент. Оно не может двигаться, убежать не может. Это очень важный пункт. Убежать оно не может. Значит, оно должно, если что-то меняется, оно должно как-то приспособиться к изменениям, иначе погибнет. Вот, если эту историю дальше так, например, существует дерево, скажем, липа, и растет оно вот здесь, а на расстоянии 1000 метров от него другая липа растет. Между этой липой и этой липой может быть береза, тополь, сосна, ольха и так далее. Вот придет человек, ученый, и поставит на лист, на липовый лист, поставит жука. И липа, зная, что этот жук вредный для нее, выделяет жидкость определенную, которая против этого жука. Интересно, что через пару часов на другой липе, которая на 1000 метров, выделит тот же самую жидкость. Хотя жука там точно нет. Это законно известно, потому что жука специально только одного и нашли, и посадили вот на эту. Вот другие липы, другие деревья между этими двумя липами, они никак не реагировали. Вот такие эгоистичные липы. Липы эгоистичные. Я к чему говорю? Вот между нами есть вот этот 1000 метров. Передаем ли мы друг другу эти сигналы или не передаем, это мы пойдем посмотрим. Как-то жизнь, она... Нужно вот это 2 часа, чтобы вы выделили, или я выделил вот эту самую жидкость.
Но тут другой момент важен. Мы неподвижны. Вот это вот сейчас очень важно понять. Мы неподвижны. Значит, если что-то изменится, например, станет другой климат, теплее или холоднее, или там вдруг люди пришли, построили дом перед носом, значит, дерево убежать не может. Оно должно приспособиться к этому или погибнуть. И вот тут самый тонкий момент для нас с вами. Когда мы говорим, приспособленчество – самое отвратительное, что мы… Ну, я могу сказать, вот приспособленчество – одно из самых отвратительных качеств человека. То есть вот существует там тысячи лет истории России, рабская страна, их угнетают. А то один царь, то другой, то один генсек, то один президент, а суть не меняется. И они приспосабливаются. Вот несколько там процентов маленьких пытаются что-то там спорить. Какой-то процент уходит оттуда вообще, поскольку не дерево, может убежать. Несколько пытаются сопротивляться, а в массе своей они приспосабливаются. А приспособление, как мы только что выучили, это природный инстинкт такой. То есть, чтобы сохраниться. Значит, это означает, когда я осуждаю приспособленцев, я на самом деле что делаю? Я на самом деле плюю против природы. Потому что они приспособленцы. Их задача, как биологическое существо, их задача выжить. Они подстраиваются. Я могу, конечно, сказать, как вы можете, коррупция, как вы можете, убивают Навального, как вы можете, Юрий Дмитриев в тюрьме, кстати сказать, много политзаключенных в тюрьме, ни за что. Как вы можете вообще ходить? Как вы можете смотреть программы, смеяться над каким-то органом? Как вы можете все это делать, когда в стране происходит вот это? Как вы, почему вы не остановитесь и скажете, я больше не хочу в этом участвовать, я не сдвинусь с места, я не буду участвовать ни в какой жизни общества, не буду ничего делать, никогда не возьму копейки у государства, потому что я не согласен с этим государством. Но природа-то говорит другое. Природа говорит, надо приспособиться, чтобы выжить. Это означает, что в демократии есть невидимый враг. Невидимый враг. Большинство, которое хочет приспособиться. А демократия – это, как мы знаем, это сила большинства. Ну, вы знаете, как сказал ваш соотечественник Венедикт Ерофеев, он сказал, человек меньше всего биологическое существо. И я с ним полностью согласен. То есть он, правда, оправдывал пьянство этим, поскольку против пьянства есть только биологические аргументы. Но я думаю, значит, что вы, когда человек, человек как биологическое существо не существует. Значит, когда вы убиваете другое биологическое существо, вы не убиваете его как хищник? Это нет. Как некоторое существо, которое рождено вот этим индустриальным обществом, или своей похотью, или чем-то таким. Ну вот я смотрю на этот флаг там латышский и вспомнил разговор двух монахов. И один спрашивает другому, вот что движется, ветер или флаг? Тут приходит третий и говорит, ум движется. Общие разговоры никому не интересны. А вот в частности, и вы несколько рассказов прекрасных рассказали, так что я думаю, смонтировать из этого вполне можно будет. Какой-нибудь мусор из этого можно смонтировать? Да. Так что спасибо. Вот вы говорили, вот
У нас совершенно другой образный строй, правильно? Вот вы говорили про расстояние и рассуждали как-то об этом, ну, что нас может, ну, как бы соединить. А я посмотрел, как вы сидите, и вспомнил, что один шаман в Туве мне рассказывал, что он видит умерших до того, как они умерли. Я спрашиваю, а как вы видите это? Ну, он говорит, ну, просто они приходят, вот там на горке, вот, и я вижу. Я говорю, ну, они же такие же, как живые. Он говорит, да, такие же. А как же вы знаете, что он умер? А у него, вот он показывает, вот на таком расстоянии ноги от земли. И у нас вот на таком расстоянии ноги от земли. То есть вы хотите... Да, вот на ваших глазах был живой человек. Нет, извините, это жанр древнегреческий. Это пир мудрецов после смерти. Да. Спасибо вам. Спасибо вам, Виктор. Я благодарен вам не только за ваши чудесные фильмы, но за этот время, проведенное с вами здесь. Спасибо. Спасибо. Ой, бедные вы люди.